Самые красивые места Урала теперь можно увидеть, не выезжая за пределы Екатеринбурга. Художественная выставка «Каменный пояс Урала» открылась в духовно-просветительском центре «Царский». Надежда Калинина стала одной из первых посетительниц экспозиции. Ей слово. Эти места хорошо знакомы всем, кто не раз путешествовал по Свердловской области. Скалы, леса, реки и обязательно храм, как центр жизни. Урал развивался благодаря заводовладельцам, например, всем известным Демидовым, которые не только организовывали здесь промышленность, но и возводили поселки и города. Их можно увидеть на картинах Георгия Ваганова. Дело в том, что у нас очень много заводов, которые присутствуют, река, плотина, завод. Вот это основные треугольные, так сказать, параметры, где развивался Урал. Георгий Павлович – художник-конструктор. Он оформил интерьеры около 60 общественных зданий Екатеринбурга и области и одновременно подмечал красоту этих мест. Все это мотивировать должно человека к тому, чтобы мы сохраняли и приумножали красоту, которую нам дал Господь Бог, чтобы мы свои дела делали в созидании. Живописные работы поражают ярким, сочным колоритом. В каждой из картин радостное восприятие окружающего мира и жизнеутверждающее начало. Глядя на картины Георгия Ваганова на этой выставке, можно заметить, что чаще всего на них изображается осень, одно из самых творческих, поэтических и изменчивых времен года. Вот и Александр Пушкин на одной из картин как будто бы замер, желая разгадать загадку живописности увядания природы, любоваться которой можно, глядя на картины мастера.